могу перечислить, какие объекты, то, что республика берет на себя. 7,5 миллиона – это мини-футбольное поле в селе Приморское. Абгарху Кымтара – 1,5 миллиона – это ремонт по линии электроснабжения. Также работы в селе Аацы идут, 4,2 миллиона, уже работы идут, 40% сделаны, новые столбы, новое все, потому что с 1963 года, когда энергетика появилась в Абхазии, с этого времени до сих пор есть, где провода висят. Капитальный ремонт здания спортзала в городе Новый Афон, 7,5 миллиона рублей. Проселочные дороги села Анхуа 2 миллиона, село Псырск 1 миллион. Улица Ладария в Новом Афоне, асфальтирование 3,5 миллиона. Город Гудаута, проулки добровольцев около средней школы номер 3, 2,2 миллиона. И еще другая улица, улица Канджария, 4,4 миллиона. Улица Махаджирова 2 миллиона, в селе Хипста водопровод, устройство 7,8 миллионов. И самые крупные. Сегодня, крупные, сейчас скажу, заканчивается асфальтирование дороги горное село Хуап. Есть у нас в районе, это расстояние 7,6 километров, ширина асфальтированной дороги 5 метров. 106 миллионов рублей стоимостью. 106 миллионов, сумма большая и, наверное, важный сумма проект. Сумма большая. Да, этот проект в процентном отношении 30% это инвестпрограмма, остальные 70% это бюджет республиканский. По окончании, через неделю они завершат там работы и начнут на территории села Лыхны. И там дорога в пределах 108 миллионов рублей асфальтирования.